поселке Вурнары после капитального ремонта открыли Дом культуры. Новый кинозал «Звездный» принял эстафету 5-го республиканского сельского кинофестиваля. Творческая жизнь в «Звездном» бьет ключом. Посмотреть, как изменился интерьер клуба, пришли и взрослые, и дети. Ремонт здания начался год назад. Строители заменили все, начиная от потолков, окон, дверей и заканчивая мебелью. Учреждение обновили по партийному проекту «Местный дом культуры». На эти цели было направлено почти 8 миллионов рублей из разных источников. Второй день рождения прошел весело. Впереди у сельского очага культуры новая жизнь. Рифат Фаткулин, Республика.